Всем привет! Снова видео с подоконника, дом пряжи. Сейчас показываю пряжу альпаку. Артикул ковер. Метраж у нее 130 метров в 100 граммах. Состав хороший, 85% альпаки. Пряжа в виде ленты. Вот я ее показываю вам. Это такая роничная лента, но она, смотрите, имеет очень интересную структуру. Такую прострочку. Вот с обратной стороны вот она такая. Цвет зеленая мята. Стоимость у нее 270 рублей 100 грамм. Бобинки, как видите, небольшие. Вот так она выглядит в бобине. Я пробовала взять только образцы. Минимум спицы номер 6. Тогда более-менее рыхло. Но у кого есть аккаунт на Одноклассниках, у нас одна покупательница уже там выставляла кофточку для ребенка, вязала. Расход, конечно, у пряжи хороший, большой, я хотела сказать. Но в зависимости от размера выбранных спиц, в зависимости от самого изделия, можно варьировать. Кто-то вяжет очень свободно, можно взять большой свободный блузон. Отлично пойдет на шапки и шарфы. Мне кажется, если вязать плотно, вообще будет непродуваемый. И ну, за счет того, что альпака более теплая, чем меринос, будет гораздо теплее. Да, надо сказать, что она мягкая. Альпака бывает разная, бывает сильно ворсистая, бывает не сильно ворсистая. Но здесь видно, да? Вот такой, что приглажены вот эти роничные края. Так что вариантов для изделия масса.